Пустился во все тяжкие. В аэропорту Домодедово пенсионер пытался провести в Россию 1 000 000 венесуэльских боливаров. Это примерно 100 тысяч долларов или 6,5 миллионов рублей. Мы все за вас подсчитали. Контрабандиста задержали на таможне. По таможенному законодательству физические лица вправе перемещать наличные денежные средства без таможенного декларирования в размере до 10 тысяч долларов США. Таким образом, сумма незаконно ввезенных гражданином наличных денежных средств в 9 раз превышает сумму, разрешенную к перемещению без письменного таможенного декларирования. Деньги нашли в чемодане, когда решили досмотреть багаж мужчины. На допросе он рассказал, что перевозил деньги по просьбе своей знакомой. Правда, какой именно, не уточнил. Найденные боливары таможенники изъяли, теперь проводят проверку. В действиях пассажира усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Контрабанда наличных денежных средств или денежных инструментов».